Виктория Исакова не в первый раз в космической теме. Был сериал «Частицы Вселенной», где актриса сыграла безнадежную любовь к одному из космонавтов, при том, что другим в экипаже был, увы, уже нелюбимый муж. И вот теперь новая история. На сей раз, в театре имени Пушкина, в репертуар которого вошел спектакль «Космос», поставленный режиссером Игорем Тепловым. Мы видим историю через главную героиню Татьяну Викторовну, учительницу английского, которая когда-то сидела за одной партой с мальчиком Сережей, ставшим ни много ни мало космонавтом. Сюжет как раз и завязывается на том, что герой-земляк спустя 20 лет после школы решил приехать на родину, в маленький провинциальный город, ему хочется заглянуть в свою школу, сесть за свою парту. Пьесу «Космос» Алексея Житковского театра